Поспали? Выспались? Молодцы красавцы! Пробочки поправили с утра, паряхи себе дали и бодрячком в пробочку стоять. Следующая сторис, Маки Румас, земляк мой, там разыгрывает тренажку. Кому интересно, тыкните, пройдите, гляньте. А вот мы, ребята, святая святых, хранилище всего самого нужного. Вот этот редуктор, а? На бурятку, это, кстати, ЛСДшный со стандартной блокировкой. Так, здесь привода и вот пружиновый отдел. Сейчас берем с собой, здесь вот у нас суперсекретные склады. Это тоже берем с собой. Вот, здесь у нас кардановый отдел. И я, короче, профукал момент. Мне нужен кардан, ниссановский, задняя часть. Вот такой вот, с такой штукой, только под маленький редуктор, под обычный, под стандартный. Не знаю, ребята, как у вас, но бывают такие ситуации, шагаешь по трассе и вдруг резко захотел в туалет. И чтобы не опасаться, надо быстро остановиться. Так вот, я думаю, на пикап поставить, наверное, тормоза чуть побольше. Вперед, четырехпоршневые вот такие. Я не знаю, подойдут они или нет по крепежкам, если что, что-нибудь придумаем. Но сверловка вроде бы 5114, вроде бы стреляет. Это уже первый шаг к тому, чтобы не обоссаться. Я против обоссанных штанов, так что ставим тормоза. Движуха идет. Опа! Значит, поменял на братья Буряти задние пружины, поставил помощнее, черные. Вот, бромба на местах. Передние пружины, вот эти вроде чуть толще, но они 14 килограмм, это слабовато. Конечно, нужны килограмм, думаю, 18. Здесь РСР стоят, они еще потоньше чуть. Ну, пока поставим вот эти. Будем посмотреть. И... Бывает у него отсечка 2500, почему-то, не знаю почему. Итоги рабочего дня. Полдня. Морда чуть повыше, чуть пожестче, жопа пожестче. Еще приспустил, чуть была сильно высокая, подраскатал там чуть. Но пружину надо покупать килограмм 18, наверное, 20. Поеду за тестью. Забрал Ярика с садика. У него список, короче, работников, кто работает. Он нарисовал деньги, платит им зарплату. Сейчас мальчик просился на работу, он его не взял. Говорит, тебя я не возьму. Давай, давай, пошли, пошли. Давай, давай. Взяли, короче, Шарвы и Витька взяли на Форда. Тосол там течет. Теперь не будет течь, наверное. Давай, выходи.